Сегодня, ну, получилась такая в первом тайме довольно-таки непростая игра. Соперник больше играл от обороны, выстроились они, тяжело было их взламывать. Но во втором тайме более открытый футбол пошел, и они стали оставлять больше зон за спиной, куда я и старался врываться. Хорошо, что партнеры награждали передачами мои открывания, и вот так вот и забили. Но опять же, в первом голе я открылся за спину, мне хороший пас пошел. Там в борьбе с защитником опередил его и пробил. В принципе, второй мяч. Они три гола идентичные, похожие, да. Спасибо еще раз партнерам, что награждали. И хорошо, что все так сложилось, что забил. Ну, мы готовились к ним, смотрели их игру. Знали, что они будут выстраиваться сзади, более плотно играть с нами. Старались их взламывать, быстро менять направление, открываться, быть в движении всегда. Вот. Выполняли установку тренера и, считаю, все сделали грамотно, выиграли без проблем. Ну, коллектив хороший, все ребята знакомы друг с другом, уже сталкивались, играли друг с другом постоянно на детском, на юношеском уровне. Все, в принципе, друг друга знают, выполняли установку тренера, на тренировках наигрывали все комбинации, все перестроения. И вот результат налицо. Да никак не отмечали, посидели на ужине, чай с тортиком выпили, да и все. Готовились к игре, некогда было отмечать. В принципе, все прошло спокойно. Ну, конечно, хотелось сюда выйти, хорошо сыграть, но не думал, что получится 3 забить. Ну, опять же, когда выходишь на игру, не думаешь, просто уходишь в матч, концентрируешься и забываешь обо всех остальных вещах, просто играешь, стараешься все сделать для команды. Получилось больше реализовать своих моментов, наверное. А так, в принципе, и тот матч тоже хорошо провели. Поэтому сопернику нужно больше было прессинговать их, стараться, чтобы они ошиблись. И больше реализовывать свои моменты. Ну, много ребят играли в юношеской сборной, кто-то еще в U20 вместе играл. Как бы все друг друга знают, много было теоретических занятий, так что все получается постепенно. Сыграемся, уже начинаем сыгрывать. Ну, я всегда говорю, что нам надо отталкиваться от себя, безусловно, делать какие-то нюансы под соперника. Но в то же время те футболисты, которые вышли во втором тайме, они усилили игру, они добавили свежести, динамики, движения. Но похвалить надо всю команду, потому что на поле выходили все игроки сегодня. Мы дали всем возможность поиграть, дали игровую практику, поэтому вся команда молодцы. Но и были эпизоды, которые мы не реализовали, мы на них тоже обратим внимание. Поэтому не всегда надо говорить о хорошем, да, есть еще моменты, которые требуют улучшения. Ну, самое главное, что мы завершили этот сбор позитивно. Мы провели две игры, в которых два раза одержали победу. Безусловно, есть моменты, которые требуют улучшения по организации игры. И нам очень хотелось бы, конечно, дальше продолжить это, но, к сожалению, ребята вынуждены будут возвращаться в свои клубы. Мы получили информацию, которую проанализируем в ближайшее время, как по нашей команде, так и отдельно, в частности, по каждому игроку. И от этого уже будем отталкиваться в дальнейшей подготовке. После окончания сезона будет несколько дней для отдыха у ребят, и мы соберемся на учебно-тренировочный сбор. Предположительно, это будет в Австрии, где мы сыграем с одним из топовых соперников. Да, сейчас не хотелось бы об этом говорить, пока не подписаны документы. Да? Вот, но мы, опять же, это один из этапов подготовки к старту квалификации, который начнется в сентябре.